Благотворительность – это оказание бескорыстной помощи тем, кто в этом нуждается. Основной чертой благотворительности является добровольный выбор вида, времени и места, а также содержание помощи. Уже во второй раз активист волонтерского движения Хасавюрта Хабиб Насурлаев по своей инициативе проводит благотворительный концерт при поддержке администрации муниципального образования город Хасавюрт, отдела по делам молодежи и туризма, а также огромное содействие в организации проведения мероприятия оказал Гаджи Мурат Умаханов. И мне очень приятно присутствовать на данном мероприятии, принимать участие. Такие мероприятия нужно проводить чаще, именно для подрастающего поколения нашего города, и не только нашего города, Дагестана в целом. Также хотел бы поблагодарить администрацию нашего города за поддержку проведения данного мероприятия, всех организаторов и волонтеров, которые сегодня подарили нам всем этот праздник, артистов, аниматоров. Спасибо всем большое. И всех поздравляю с наступающим Международным днем молодежи. Стоит отметить, что первый опыт у Хабиба Насрулаева в благотворительной деятельности проявился 20 мая текущего года совместно с волонтерской группой, которые провели для детей развлекательную программу с участием самих воспитанников реабилитационных центров. Работники данных учреждений выражают благодарность за оказание внимания всем, кто не остался в стороне. Вот уже мы второй раз организовываем благотворительный концерт с отделом молодежи. А также я хочу поблагодарить администрации города Хасавюрт и Хаджи Мурата Умаханова за генеральное спонсорство, чтобы у этих детей было светлое будущее, чтобы они могли радоваться всегда и жить в своей удовольствии. Множество музыкальных композиций были исполнены приглашенными артистами городского центра культуры и со столицы республики. Для маленьких гостей праздница проводили конкурсы, различные развлекательные выступления. Присутствующие на празднике первый заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Бадыр Ахмедов выразил благодарность от всего муниципалитета и пожелал дальнейших успехов данной деятельности. Уважаемые друзья, хасавюртовцы, гости нашего города, я от имени главы города, от председателя городского собрания вас всех приветствую. Выражаю огромную благодарность организаторам этого мероприятия, благотворительного концерта. В первую очередь Хаджимураду нашему уважаемому, который успевает много чего в этом городе и за пределами нашего города. Всем организаторам огромное спасибо. Я думаю и надеюсь, что такие мероприятия в городе Хасавюрте будут проходить все чаще и чаще. Спасибо большое. Как отмечают организаторы, достигнутые цели мотивируют на проведение еще более масштабного празднества, которое со временем станет традицией всех активистов волонтерских корпусов. Вырученные средства с благотворительного мероприятия будут направлены на необходимые нужды подопечных реабилитационных центров города. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».